6 июля в Одинцовском округе, как и по всей Московской области, открылись дошкольные учреждения. Во время спада пандемии коронавируса многие родители вышли на работу, и детский вопрос встал очень остро. Сначала выручали дежурные группы, теперь работают и сады, но по новым стандартам. Глава муниципалитета проинспектировал детский сад номер 16 в Юдино. В центре внимания – соблюдение новых требований. У нас есть и утренний фильтр на входе, мы меряем температуру, соответственно, маски, перчатки, дезинфекция для родителей. У нас регулярно обрабатываются все поверхности, мы моем полы специальным раствором, чтобы дезинфицировать поверхность. У нас включены дизары, которые работают и в спальнях, и в игровых, и в холлах. Максимальное количество времени дети находятся на улице, на свежем воздухе. Тоже это определенная норма, которую мы сейчас ввели в детские сады. Детские сады округа приняли уже 5000 воспитанников. С ними занимаются около 1500 педагогов. По словам главы, сейчас максимальной загрузки нет, но тем не менее все учреждения в полной мере готовы к пребыванию детей. Вопросы безопасности Андрей Иванов обсудил с членами родительского сообщества. При проявлении, при выявленном симптомах или ОРВИ, или температуры, у нас есть в каждом учреждении специальный бокс, куда изолируется ребенок и, если не дай бог, это сотрудник. И если это ребенок, то ждем законных представителей ребенка и скорую помощь при необходимости. Или законные представители, родители сами определяют и это медицинское учреждение. Безопасная доставка продуктов питания, их обработка, возможность тестирования детей, родителей и персонала на ковид. Эти темы сегодня одни из самых актуальных. Кстати, если вы хотите отправить ребенка в сад, то необходимо уведомить образовательное учреждение не менее чем за 2 дня до выхода для проведения медицинского осмотра. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».